А я утром проснусь один в номере отеля, где только привкус ночи и дым и помятая постель, как будто было все во сне, где мы сходили с ума с тобой, но ты исчезла в новом дне, забрав весь мир и мой с собой. Сидит за барной стойкой и красиво улыбается, то, что лучше всех, никто не сомневается. Соломинка у губ ее, как будто флейта, категория для взрослых под грифом запрета. А потом она порхала на высоких лабутенах, а я стоял как вкопанный, не знал, с чего начать. Она сегодня бесподобна, она Элеонора, а я тот самый Кей, что мечтал ее угнать. От заката до рассвета на огромной скорости, и счастье этой ночи зависит от ее покорности. И мы сближаемся, может и звучит банально, но она идеальна. А я утром проснусь один в номере отеля, где только привкус ночи и дым и помятая постель, как будто было все во сне, где мы сходили с ума с тобой, но ты исчезла в новом дне, забрав весь мир и мой с собой. Черные глаза, как бездна, сверкали в 3 карата. Это кожа, эти губы, как эффект препарата, действует мгновенно и держит до утра. А после тебя, по сути, кокаин, мука. Идешь походкой стройной, в руках пинаколада, смотришь на меня так, что становится понятно. Мы оба сознавали, какие наши должности, и все же я проверю все твои способности. И меньше слов, больше дела, строю какие-то планы. Капканы вяжут наши тела и бьются стаканы. Если ты согласна ехать, то поехали. Тут мы с катушек съехали. А я утром проснусь один в номере отеля, где только привкус ночи и дым и помятая постель, как будто было все во сне, где мы сходили с ума с тобой, но ты исчезла в новом дне, забрав весь мир и мой с собой.